В картинной галерее «Черкесска» открылась выставка, посвященная юбилею заслуженного художника Карачаева-Черкесии Николая Кузнецова. В экспозиции представлены последние работы автора, на которых большинство в своем отображены прекрасные пейзажи и натюрморты. Альбина Курочинова-Кенжева побывала на мероприятии. Совсем скоро талантливому художнику Николаю Кузнецову исполнится 80 лет. В честь такого знакового события свои двери распахнула выставка работ народного художника. Собрались друзья, соратники, подопечные, чтобы лично поздравить Николая Григорьевича. Недавно пересматривал ваши ролики с вашими выставками. Как один наш товарищ сказал, что хочется взять и поехать туда, именно в то место, которое вы отобразили на своей картине, на своей пейзаже. Талантливый человек, талантливый во всем, замечательный художник, фотограф, все его способности не перечислить. Мы очень рады, что вы сегодня с нами, и в этом году круглая дата, юбилей. Я вас поздравляю в лице Союза художников России и Союза художников Карачаева-Черкесии с наградой «Золотой медаль» Кузнецову Николаю Григорьевичу. В соответствии с решением секретариата Союза художников России награждена золотой медалью «Духовность, традиция, мастерство». Было сказано много добрых, теплых слов в адрес юбиляра. Присутствующие сошлись в едином мнении, что, увидев работы Николая Кузнецова, хочется тут же очутиться в этом месте или дотронуться до веточки сирени, нарисованного им натюрморта. Несмотря на то, что родился Кузнецов в разгар Великой Отечественной войны в семье летчика, распознав и увидев все трудности военного и послевоенного времени, объездил много стран и городов, рисовал с раннего детства и был одарен талантом видеть во всем что-то светлое и хорошее. Я люблю наши горы. Я от Анапы до Эльбруса и дальше Казбек, и Грузию, в Армении был, Арарат видел. Вот. Я был за границей, я был в Швейцарии, в которую все мечтают переехать, а им там фигу показывают. Они туда приезжают, с них денежки, как с Буратино, высосут и под зад коленом. Они думают, там малина для них. Николай Кузнецов – часто незаменимый гость различных творческих художественных мероприятий, где молодежь и преподаватели ждут художника с нетерпением. Он прекрасный оратор, а сколько интересных историй можно услышать из его уст, не перечесть. Виновник торжества говорит, раньше писал по 40-50 работ в год, сейчас эта цифра уменьшилась в десятки раз, но от этого не менее чувственные, со всей страстью и познанием передающие любовь к родному краю, картины. Любите все нашу республику так, как я, и все хорошо будет. Альбина Курочинова-Кенжева, Максим Долгов, Вести, Карачаево-Черкесия.